Любовь без радости, разлука без печали. Жители трех домов по улице 502 километр вовсе не против, что «Эталон С» решили прекратить с ними всякие отношения. Их претензия в том, что, оказывается, компания прекратила управление домами еще полтора года назад. Все это время жильцы исправно платили за несуществующие услуги. Можете посмотреть сами. Вот лежит трава. Эту траву лично я сама своими руками выдрала, хотя это должна работа быть управляющей компании. Но не убрата, лежит сенокос. Дальше взимаются деньги за уборку лестничных площадок. Мы эти площадки, я лично сама мою, я здесь с 89-го года живу и сама эти площадки мою. На каком основании берутся деньги, непонятно. Если поддержанием чистоты в подъездах и дворах жильцы справляются сами, то навести порядок в подвалах и отремонтировать трубы своими силами они уже не могут. Как и не могут заставить управляющую компанию работать, ведь даже надзорные органы ей не указ. Наш подвал внутри, если зайти, то это можно задохнуться. И воздух этот проходит между перекрытиями в квартиры. Слякоть на полу этого подвала, засыпанные опилки, в прошлом году еще этот «Эталон С» засыпал опилки, которые пропитались нечистотами всяческими. Куда бы мы только не обращались, ни одно предписание, вот жилищная инспекция, здесь два предписания об устранении недостатков нету. Наши дома находятся в аварийном состоянии, в упадшем состоянии. Мы просим Сергея Ивановича обратить на это внимание и не только требовать с нас долги, а подобрать те сопли, которые он сделал нам. Мы помогли жильцам составить жалобу на «Эталон С» и передали ее в муниципальную жилищную инспекцию. Если собственники наблюдают на протяжении ряда лет, что управляющие организации, либо подрядные организации, которые они поручили работы по содержанию общего имущества, неудовлетворительно выполняются работы, собственники имеют полное право в установленном порядке выбрать иную управляющую организацию. Кому-то эта рекомендация поможет, но она уже устарела по отношению к жильцам домов на 502 километре. Однако люди надеются, что управляшке не удастся уйти по-английски. Активисты домов все-таки попытаются заставить «Эталон С» на прощание выполнить услуги, за которые они платили. Алексей Петров, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.